25 и 26 мая Саровский драматический театр приглашает малышей на сказку «Крошка енот». Начало в 11:00, а вечером 25 мая для горожан старше 16 лет покажут спектакль «Охота жить» по рассказам Шукшина. 26 мая премьера спектакль 19, начало в 18:00. Для маленьких зрителей 25 и 26 мая в 11 и 16:00 откроют свои двери театр «Кукол Кузнечик». Там покажут спектакль «Гуси-лебеди». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 4 лет. 25 мая в художественной галерее пройдет программа «Суббота в художественной галерее». В 10:00 начнется экскурсия по выставке «В моем саду». В 12:00 откроется творческая мастерская «Чудесные моменты весны». А также желающие смогут смастерить открытку с цветами в смешанной технике для лиц старше 6 лет. 24 мая во всех музеях города пройдет всероссийская акция «Ночь музеев 2024». Посетить локации заведений смогут все желающие. Двери музеев и библиотек откроются в 19:00. В выходные парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает горожан покататься на аттракционах. 25 и 26 мая в молодежном центре пройдет открытый лично-командный чемпионат города Сарова по бадминтону «Атомный валан». Начало в 9:00. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.